Перкусная. Не хочет, да? Это у нас мама Лена. Общая мама Лена. Тебя не видно, мама Лена. Ты за волосами спряталась. А вот чтоб Алюминьке не было скучно и страшно, вот у нее тут зверь живет. Дружит они? Дружит. Вот зверь. Вон какой у нас. Зверь живет. Терпит. Да? Она же это сам. Ты просто промываешь, потом мажешь. Да? Угу. Там ломятся медведи. Ферма это сказала, да? Про кору дуба. Да, Наталья Геннадьевна Шарикова. Понос. Причем она сказала, что если у нее воспаление не пройдет, она посоветовала крутой антибиотик, потому что вроде как Ярослава Витальевна очень хорошо работала. Ну, послушаем потом, если не прошло. Да, в любом случае, пока. Мы же сейчас колем? Нет. А, я понял. Поможет он, да? Лежит, терпит. Но уже это самое, не боится. Она тут побудет, она здесь ходит в туалет, да? Да.